Вы тоже это чувствуете? Махеев. Всем привет, с вами Дошик из Как Доллар, и наконец-то настал этот день. Хэллоуин, Хэллоуин, Хэллоуин. Я его невероятно обожаю, потому что именно в Хэллоуин я обожаю смотреть фильмы ужасов, обожаю вот эту осеннюю погоду загадочную, обожаю украшать дом, украшать квартиру, делать невероятные красивые макияжи, косплеи. Короче, это мега круто, мега стильно. И в сегодняшнем видео я вам покажу, как правильно праздновать этот праздник. Мой любимый, между прочим. Первая коробочка. Я уже забыла, что я подназаказывала для Хэллоуина. О, тыковка! Вау! Она хороша, она в порядке. Сейчас посмотрим, как она светиться будет. Но она мега крутая и качественная. Зацените. О, он след прям оставляет, такой светящийся. Очень красиво. Еще одна тыква, да? Я не заказала их 10 штук, надеюсь. Я постоянно кнопку путки. И в итоге я там заказываю по 10 платьев. И если я сейчас заказала еще 10... Хорошо, две тыквы, окей, больше не надо. Я просто всегда мечтала украшать Хэллоуин-лу. Свое помещение, свою комнату, свою квартиру к Хэллоуину. Но я жила с родителями, а потом я жила с молодым человеком, которому лень было это все делать вместе со мной, а мне одной было скучно этим всем заниматься. А сейчас я живу одна и вообще кайфую, вообще жестко, и сейчас у меня вся квартира будет в тыквах. Вот что значит сильная и независимая. Но иногда я плачу из-за того, что мне одиноко. Кота надо завести. А лучше мужчину, конечно. Мужчины, напишите мне. И коты тоже напишите. Вот такие еще две коробки. Это гирлянда с тыквами. Очередная хрень, на которую я потратила деньги. Сюда. Еще одна тыква. А мне зачем три тыквы? Ваши ставки. Что тут может находиться вот в этих огромных коробках? Сейчас посмотрим. А зачем мне столько тыков? Да, это тоже тыквы. Я не помню, что это, девочки. Вот такая вот штука. Подушка тыква. Ой, девочки, а тыква-то тыквенная? Сейчас я ее чуть-чуть округляю. Опа, я как этот кот, который массаж делает, вот это вот. Блин, какая крутая, смотрите. Давайте какую-то вот такую коробочку. Она тяжеленькая. О, это гирлянда. Это гирлянда с паучком. Да. Смотрите, какой смешной крокозябрик. Она очень большая. Девки, мы задолбаемся с вами ее вешать. Ну, я задолбаюсь. Вы-то просто смотрите. Вам-то все равно на меня, на мои чувства, да? Вы даже же лайк не поставили, хотя я попросила. Ну, поставьте. Ну, что вам сложно, что ли? Спасибо. И подпишись еще, пожалуйста. Всем привет! В этом видео я вам расскажу, как я украсила свой дом к самому страшному празднику этого года. А еще в честь Хэллоуина я предлагаю обсудить ваши главные страхи. Например, страх номер 589. Подойти познакомиться к случайно понравившемуся человеку. Вы так можете? Я, например, нет. Но со страхами нужно бороться. И в этом случае есть проверенное средство. Дейтинг-приложение ВК знакомства. Вы просто скачиваете, заполняете анкету и указываете свои интересы. А дальше умное приложение будет подбирать вам анкеты тех, с кем у вас максимальное совпадение по увлечениям. Круто, согласитесь? Что объединяет лучше, чем общие интересы, которые можно обсудить? Так что если вы все еще думаете, с кем же отметить Хэллоуин, да и вообще с кем проводить холодные осенние дни, то обязательно скачайте ВК знакомства и попробуйте. Уверена, найдете легко там тех, с кем будете на одной волне. Еще одна тыква! Она вот в этом пакетике, который вот так вот вакуумный. Этот, ой, надулась. Смотрите, теперь объемная. Вот такая же тыковка, только... Блин, как они вместе стилево смотрятся. Это прям оутум. Короче, первым делом у нас с вами идет распаковка. Вторым делом украшаем квартиру. Потом показываю все свои косплейки, которые я сделала. Косплейки, кстати, просто бомбяо. Поэтому обязательно досмотрите до конца. Это набор приборчиков. Итить колотить. Это ведьмочка, летучая мышка, призрачек и тыковка. Я такую хрень купила. Ну я так счастлива. Открываем следующую посылку. Скатерть? А, это наволочка на подушку. Но она какая-то здоровая. Я вообще не такую как бы планировала. Следующий пакетик. О, это еще одна наволочка, только уже ярко-желтая. Скажите, крутая? Я купила вот эту паутину, просто 4 пачки, чтобы все было у меня в паутине, все было красиво, все было эффектно. Так, еще... Ой, фу. У меня в пакетике в какой-то... Что случилось, уважаемые доставщики? Это краска какая-то.
Это мне пришла гирлянда с летучими мышками. Спасибо. Это посылка с Даркнета, мне кажется, какая-то. Фу, зачем они так поступили со мной? Вот такой пледик для того, чтобы я украсила красивенько кроватку. У меня же все серенькое, а сейчас будет оранжевое. Еще один пледик, чтобы у нас была многослойность, чтобы нам было осенью тепло, чтобы мы вот так вот все закутались. И вот это... Последняя коробочка. Да, это гирлянды с тыковками. Первое, с чего мы с вами начнем, это, конечно же, моё опочивальня. Моя кровать, мой мистер Фиш. Я его хочу переименовать, кстати, в мистера Блэк Стар, в мистера Егора Крида. Или все-таки Тимати его назвать. Напишите обязательно в комментариях, как назвать мистера Фиша. Давайте его переименуем. Егор Крид! Люблю тебя, Егор, напиши мне. Короче, у меня есть вот такие вот две замечательные подушки, которые мы с вами сейчас будем переделывать. И вот это вот покрывало серое, скучное, однотонное, не хэллоуинское. Выкидываем, хотела я сказать, но оно мне очень нравится, поэтому я его закидываю в стирку. У меня свитер, кстати, хэллоуинский, смотрите какой. Подушки мне в целом нравятся, как стоят. И теперь стелим хэллоуинское покрывало. Вот такие два пледика. Блин, он вообще не того размера. Импровизируем. Антон Шастун, напиши мне. Блин, он маленький. Ну, видно, да? Я умею вот размерную сетку, вот дизайн, это прям мое, ну, видно, да? Делаем вид, что так и должно быть. Вот так небрежненько мы с вами его прям на краешек. Так хочу, чтобы было. Слушайте, ну, вроде хэллоуин. Хэллоуин, не хэллоуин. Переделываем подушки. Две наволочки. Первая подушечка, вот такой вайбик присутствует. Извините. Смотрите. Подушки тыквы. Я еще раз вам обращаю внимание на то, какие они прекрасные. Это просто мега вайб. И кладем их на место мистера Фиша. То есть вот так и как-нибудь вот так. Во! Вот эти две тыквы мы с вами включаем. Зацените, как красиво! Ядрен батон! Вот это вообще! Это вайб! Мы добавляем вот такие маленькие тыковки и свечки вот такие, соответственно. Ну, что-то такое как будто присутствует. Вайбик есть. И ставим куда-нибудь вот сюда. Одну... Блин, они такие яркие, мне так нравится. Вайб. Теперь точно так же нужно украсить вторую тумбочку. Итак, я хочу добавить вот сюда на кроватку вот эти вот гирляндочки. Давайте так и поступим. Прикольно, прикольно. Нет, хорошо смотрится, я переживала. Берем с вами паутину, и я хочу паутину фигануть, знаете куда? Вот на эти вот светильники, вот сюда. Господи, я уже чувствую, как я задолбаюсь ее убирать со всей квартиры потом. Ну да, дресня получается. Вот так я решила натянуть паутину. Мне пришлось убрать все подушки, но ничего страшного. Цепляем паучков, чтобы они тоже тут вайбово висели. Вы просто посмотрите на этот мега хайп. Ай-яй-яй, вы зацените этот вайб. Моя дизайнерская душа просто ликует. Вы посмотрите, какой крупномасштабный разнос. Это что такое, девочки? Я думала, что эта паутина будет RGB. А она мне просто фиолетовая приехала и все. Что это за кринж? Короче, я решила взять вот такую вот штучку. Это вывеска, надпись Happy Halloween. Я вот думаю ее вот сюда повесить, чтобы закрыть пустое пространство. Я обхэллоуинилась полностью. Я сейчас, наверное, буду плакать. Настолько это красиво. Картинка идеальная, посмотрите. Первый образ, который я хочу сделать для Хэллоуина. Образ червивой королевы. Я очень сильно вдохновлена этим персонажем, потому что червивая королева — это просто шикарно. Можно такие идеи безумные просто реализовать. Но вы посмотрите, вот такая мадама. Вот такая вот effectful, amazing. У меня в голове уже примерно есть, как будет это все выглядеть. И, короче, для этого образа первым делом, что мы с вами сделаем? Возьмем в руки карты и будем делать картонную корону. Как, соответственно, было вот этой вот замечательной girl девочки. Для этого нам понадобятся карты, клеевой горячий клей, пистолет и туториал, которых, кстати, я нашла очень-очень много. Можно сделать вот такую вот шляпку. Я нашла вот этот такой туториал. И я нашла еще у одного мальчика очень залетевшее видео, там оно было 1000 миллионов лет назад у него выложено. Это розы из карт. Вот такая вот паровозик у нас получился, и мне надо сейчас понять, налезет ли это на мою голову или нет.
Ой, мне кажется, надо ее побольше сделать, чтобы она прям надевалась на голову. Вот сейчас идеально, можно склеивать ее. Вот такая красотка получилась, слушайте, мне очень нравится, но мне кажется, что стоит добавить какие-нибудь аксессуарчики, типа, может, второй слой короны еще сделать? Но мне кажется, у меня карт не хватит сделать второй слой. Да, у меня карт не хватит. Внимание, это маленькие карты. Я не знаю, откуда они у меня, они просто у меня материализовались. У меня настолько много фигни дома, вы просто себе не представляете. Я не знаю, откуда, но у меня есть вот такие маленькие картонные карты. Вы зацените, какие они смешные. Я хочу вот Джокера налепить, чтобы многослойность была. Ребята, по-моему, это вау. Получилась такая объемная. Но мне, если честно, почему-то кринжит. А почему меня кринжит? Напишите, нормально ли, или надо было вот так оставить. Но мне кажется, вот этот массивчик я не зря добавила. Слушайте, нет, как будто я херню сделала. Есть такой вайб? Так, давайте делать розочки. Фух, короче, господа, я задолбалась, но я сделала эти цветы. Посмотрите, первый цветочек какой у меня получился. Такой объемненький, хорошенький. Решила добавить вот такие вот лепесточки еще по краям. И вот такой. Ядрит, мадрит, как бы его так взять аккуратно. Вот такие цветочки, лепесточки у меня получились. Достаточно красивые, кстати, мне очень нравится. В общем, по поводу короны я еще подумаю. А теперь давайте приступать к макияжу. Шух. Там переход типа крутой должен быть. Первый образ у нас с вами будет вот такой коварный черно-белый клоун. Такая прям для образа клоуна я решила, что я буду в этой черной маечке. Сверху еще я отрезала от белой рубашки воротничок. Бабочка еще будет и беленькие перчаточки. Я уже отсняла первую часть с переходами, с вот этим вот всем остальным. Все под мой трек «Лиса», который, кстати, попал в чарты. Ребята, наконец-то мой первый трек в чартах. Боже, спасибо всем, кто слушает «Лису». Спасибо вам всем еще раз огромное, большое, просто у нее черные все на все лицо идет и дальше на волосы. Я сидела и думала, как это сделать, и я придумала, что все-таки я буду делать черным аквагримом. Масляной грим, он у меня везде застревает всегда, это невозможно. И белый грим. Потом я еще купила новые линзы. Вот такие у меня новенькие линзы. Не могу показать сильнее, извините, пожалуйста. Вау, зацените. О, ну такая. Женщина-загадка. Сейчас вам все тут загадю. Давайте зализывать волосы. Не скупаемся на пенку, ее надо много. Еще хочу сказать, я посмотрела, сколько вы снимали видосов под «Лису». 30 тысяч клипов только на одном звуке. А в шорцах это вообще кошмар. Почти 50 тысяч клипов в шорцах. Я первый раз такое видела. Девочки, это где такое видано? Спасибо всем огромное, хочу сказать. Я стараюсь всех лайкать, комментировать, репостить. На самом деле я по прическам вообще ноль. Более-менее пучочек у нас с вами получился. Вот такой вот какой-то. Я не вижу, что там сзади происходит. Надеюсь, там все нормально. Ой, надо посильнее, чтобы потолще слой был. Красим, красим. Вот такой вот легкий нюдик в школу, девочки. Как же он отвратительно лег. Боже мой. Да, аквагрим на все лицо, это была моя не лучшая идея. Поэтому я сейчас все переделаю и вернусь. Фух. Всем подписчикам моей группы ВКонтакте передаю привет. Вот такой замечательный макияжик у меня получился. Вы зацените, какой вообще. Скажите, он идеальный. Я делала макияж клоуна 6 часов. Не верь картинки, а не кисая лиса. Хитрая лиса, желеугольная лиса. Макияжик обязательно напишите в комментариях. Меня прям плюс вайбит жестко. Надеюсь, кадры с моей второй камеры, на которую я записывала сейчас тиктоки, получились шикарные, замечательные. Я с них еще повырезаю фоточки, повыкладываю себе в телеграм, поэтому обязательно переходите, подписывайтесь на мою телегу. Ты спи спокойно, под кровать только не заглядывай. Я там угораю, у меня всякие угарные кружочки в этих нарядах, в этих макияжах. Вы там узнаете обо всем самые-самые первые. Поэтому обязательно подписывайтесь на мою телегу. А я буду сейчас это все смывать и рисовать новый, потому что я больная. Можете меня поздравить, мои волосы отмылись. Образ клоуна у меня получился очень-очень тяжелый, очень долгий. Я вообще не думала, что я в душе проведу 2,5 часа. Осталось еще 2 образа. Образ с картами и на прошеление. И у меня сейчас дилемма. Лечь спать и отдохнуть или сделать образ червивой королевы. Но тогда я не смогу сегодня поработать. Короче, я устала.
Я ложусь спать, все. Итак, следующий образ. Я решила сделать закос на Аду Вонг из Resident Evil. Но, это нифига не Ада получилось. Знаете почему? Потому что получилось лучше. Но я взяла вайб Ады Вонг. Ну, типа, ее вайб, ее effectful amazing, ее lifestyle. Ну, выгляжу вот так. Хайповая женщина, хайповая. Скажите, перчаточки такие, корсетик, джинсики и еще одна кофточка для... вайба. Я не знаю, как будет выглядеть видос с Адой Вонг, поэтому вот вам готовое видео. Напишите, как вам, красиво, некрасиво получилось. Я думаю, что следующего косплея у меня не будет, потому что я, если честно, так устала. У меня еще эти дни начались. Короче, образ червивой королевы, видимо, подождет. Когда-нибудь я потом его сделаю. Ну, а я вам хочу сказать большое спасибо за просмотр этого видео, за то, что вы подписались, поставили лайк. Надеюсь, вам понравилось то, что вы посмотрели. Вы обхоловинились вместе со мной на полную, на максималку. Зарядились моим настроением, которое я вам хотела передать. Я вас всех очень сильно люблю. Целую, с наступающим Хэллоуином. И по традиции, subscribe to my channel, Пилиси. Не забудь поставить лайк.